Строительство дома началось 1,5 года назад. В нем 11 однушек, 71 двухкомнатная и 17 трехкомнатных квартир. Сегодня ключи получили 16 семей. Всего в новый дом переедут 99. Это елизовские учителя и горожане, у которых старое жилье признано аварийным. Я хочу сказать огромное спасибо сегодня за активную позицию елизовской власти и городской, и районной, потому что без их живости, наверное, не было бы сегодня вот такой радости, такой возможности. Я хочу сказать огромные слова благодарности нашим строителям. Они научились строить качественное, комфортное жилье. Хотелось бы, чтобы оно еще подешевле немножко было. Программа обеспечения специалистов бюджетной сферы стартовала в прошлом году. На эти цели из краевого бюджета выделено 200 миллионов рублей. Сейчас стадия оформления документа находится для работников здравоохранения. Где-то в течение ближайших, может быть, 1,5-2 месяцев эта задача будет решена. Вообще, где-то порядка 60 квартир в общей сложности для бюджетников Елизова будет построено и приобретено в этом году. Новый дом построен по всем современным технологиям. Здесь уже есть вся инфраструктура. Асфальтированные подъездные дороги, парковки и детская площадка. Александра Радченко, Алексей Кузьмин, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».